РПГ взял, значит, не упал. Все, молодцы. Теперь они летят. Леша, что это? Иди нахрен! Жили нас не игры, дорогие. Идиоты! Да! Просто Настя, идеально! Идеально! Он уже что-то пишет там. Хочешь свою яхту, дом, эксклюзивные тачки, редкие наборы оружия и одежды? Я знаю, как тебе помочь. Добро пожаловать в лучший магазин прокачки GTA Online GTABoost.ru. Лучшее качество по достойным ценам. Сейчас там действуют новогодние скидки. Тысячи отзывов, десятки тысяч довольных клиентов. В этом магазине вас не обманут. Ссылки в описании. И снова всем привет, друзья! С вами Филиппин. Так, с кофе! Здорово! Всем привет, друзья! Мы, ребята, невоспитанные немножко, да, мы решили не поздороваться, а потом поздороваться. В общем, ребята... 2 минуты молчания в честь погибших на этих самолетах, которые сейчас будут драться с РПГшками. Да, сегодня мы играем в GTA 5 онлайн, как видите, режим один, опять же, из самых наших любимых, то есть борьба... Я не слышу из-за самолетов. РПГ против самолетов. Ну да! Сегодня будем взрываться. Нет, взорвемся, нет! Так, ребят, нужно аккуратнее. Лёха, да куда ты назад не сдавай? Уйди, так у меня там... Хренотень, как хренотень, шасси хренотень, убирать, парни? А шасси на... Ой-ой-ой-ой. Только на F не нажимай. На G, на G. На F не работает. GG, GG. На F раньше работало, сейчас не работает. What the fuck? О, бомба! Там самое главное не взорваться. Лёха, я вижу тебя, офигеть. Дай мне карман твой. Ребята, я немножко неправильно кое-что сделал, видимо, да? О, как опасно это было. А что ты сделал? О, шиморка! Я жопой упал об асфальт. Это не так должно было быть. Мне кажется, мы тут просто, скорее всего, взорвемся друг об друга. Ой, как я делаю красиво, ребята. Делай красиво, и все будет как надо. О, господи, я выпал, ребята. Твою мать. Так, и лечу на абордаж. Ой, ну что, что просто у крыла пролетело, твою мать. Оу! Охренеть! Что творится? Там просто, понимаете? Я его сейчас поймаю. Поднимите, девушка упала. На, я поймал его, нет, ничего не сдох. Там самолет об самолет врезались только что. Врезались? У нас есть парашют, я так понял. Ой-ой-ой, ребята. Офигеть. А двигатель сломался. Хочу за самолетами посмотреть, у меня не получается. А это да, только за свою команду можно наблюдать. А то кто там на парашюте, подождите. Да их же там чуть-чуть осталось совсем. Оу! Ты должен был! Макс, ты как так? Чуть-чуть совсем осталось. Я просто врезался. Ребят, наблюдайте за мной, я самый живучий сегодня. А я еще тоже вообще-то выжил, алло. Ну так там подожди, там еще трое бойцов, которые тебе ракету просадят, братан. Да-да-да, Леш, так что... Ай! Блин, мистер Твистер разнес меня. Кому-то просадили ракету. Ну это сложно, это реально сложно, пацаны. А, сложно вообще, да? Сложно, сложно, да. Воу-воу-воу-воу-воу. Мне кажется... Я в трусах и в воздухе. Я в трусах и в воздухе, Максим. А полностью импонирую тебе. А мне кажется, или сейчас кто-то в воздух упадет, или нет? Подождите, просто Леха... А, нет. Самолетик, который был бы... Ты появился и упал вниз. Здрасте, всем пока. А чего нас так много? Я вообще боюсь то, что вот один самолет просто возьмет и в нашу кучу. Мне РПГ не досталось, что за фигня? РПГ не осталось, у меня вообще 4 патрона. Там есть большой, ребята, пассажирский, который в вас сейчас и залетит, видимо. Ну, надеюсь, там уже пуляем, пуляем по вам. Так, вот вижу, летят. Проезжаем, проезжаем, друзья, проезжаем. Взлетел первый истребитель, окей. Видно. Ну, меня перекрывают, смотри. Я вот не знаю, куда вставать. Стреляем на рандом, ребят. Давай, покажи скилл, Шимора. Я вижу Олега, я вижу Максима. Я вижу все, что можно видеть. Черт! Охренеть! Где? Я не видел нифига. Пацаны, резко-то и дерзко пролетел. Это очень жестко. Тут нереально нужно маневрировать. Нет, я не знаю, как попасть. Ай, летит, летит, летит! Прием, прием! Ай, почти бы взрюкнул его. Ой! Хочу найти вас, ребята. Вообще жесть. Просто это нереально, мне кажется, попасть в кого-то. It's so fucking unreal, man. Там, по-моему, сзади кто-то... Ой! Оу! Ни хрена! Он улетел! Он улетел! Смотри, летит, блядь, летит! Офигеть! Вы видели, как он поднял? Скорости не хватило, он чисто здесь застыл. Сейчас буду наводиться, ребята. Блин, да как так попасть-то? Это что за... О! Что это было сейчас? Что, в вас влетели, что ли? Я сдох! Я тоже сдох! А я тоже? Макс тоже? Да! Офигеть! Пацаны, как отлично. Так? Это да, просто двое осталось, нет, понимаешь? Он мне еще... просто сколько челов. Мне в спину прилетел осколок его. Это монстр самолета. Офигеть, меня тоже как-то вот так вот Леху убили. Ну еще кто здесь побеждает, мне интересно, а? Привет, ребята! Вот, какой-то рантаски летает. А вот, кстати, вот один из этих самолетов. Да, он просто у этого скорости мало. Да я понял, что не разогнаться. Ну ты легкая мишень. Легкая мишень, думаешь? Очень-очень легкая. Взять РПГ, поле, конечно. Из парашюта спрыгнуть, из РПГ их отстреливать. Ой, давай, давай, Шима. Ни хрена! Сейчас, как чего вы выжили? Я... выжили как? У меня чувак просто сальтуху в воздухе сделал и не выжил. Выжил как-то, в смысле. Не выжил. В смысле выжил, в смысле выжил. 2 на 2, ребят, остается. Офигеть.
Вот сейчас честная борьба, очень потная. А, куда? Ты чё? Куда? Сука! Вывалился. Мое говно не смогло меня довести высоко. Ты как-то еще быстро падал так? Да. О, смотри, сейчас интересный момент, интересно. А почему ты погиб? Ух ты как. Потому что земли касаешься и все, погибаешь. Разве? Условия карты такое, да? О, ясно. Чел просто достал револьвер, сейчас попадет, убьет. О, это че? Как-то? А как они выживают-то, я не понимаю. Как он попал? А почему? Что произошло? Как он взорвался? Он никого не сбил, он просто сломал себе крылья. Он сбил, как бы, я видел, что он прям в него, как бы, в этих челов полетел самолет и все. Это лаги-баги, это лаги-баги. Пингу работаем. Я понял, короче, что говно самолеты брать не стоит. Это верно. Да, кукурузники. А ты однако про. Там пишет в чате: Шимора, не возьму тебя разведку. Я про Google, а не про Yahoo. Как они это узнали? Не, ну сейчас, понятное дело, истребитель только и он. Написали: Шимора, тебя не возьмут в разведку. Я уже сказал это так. Давайте возьмем пассажирский самолет и все разом в него. Нет, это слишком. Он не взлетит так, нет, он взлетит так высоко, но это будет сложно. Это сложно, да. Это очень самое сложно. Обидное, то, что мы все умрем за раз. Ой, я вот этот маленький возьму. У вас я дам мне... Кто-нибудь кукурузник возьмите? Да... Ну, кого-то этот маленький... Макс, ну блин! Спокойно. Ладно, там еще один есть. Меня целится, блин, Мишка! Мишка! Надеюсь, это мишка самолет. Мишки гамми. А ты сел в Вестру, походу, Лёха. Насрали полигамми. Если ты сел... Полигамная существо. А, Лёха, да, он нормальный, нормальный. Хорошо, хорошо, долетит, нет? Ракета не... Вот там вот летит маленький. Какой-то он медленный. Но это, подожди, ты еще ничего не разогнался. Хотя, если он медленный, то наоборот лучше. Ах, не бейте! Бенч, мадафака! Именно Шимора убил, вот это четко, вот это сейчас как надо, знатно. Никакой, все, я понял тебя, я тебя отомщу. Ой, я не специально, я же не знал, что это ты. Он один, все, сбили! И че, так быстро раунд закончился, я только долетел. Да, ну, но я там нормально скинул. Самолета не успел. А подожди, а кто, как так получилось? Вот так вот как убили сразу вверху. Да? Изи катка. Одним самолетом, что ли? Не знаю, там несколько, видать, самолетов. Сейчас я возьму быстрое говно. Я снова в трусах, пацаны. А почему ты должен быть не в трусах? Такс в чистых трусах, хэштег. Вот да. Да. А почему чистые? Подожди. Я перед съемкой чистые. А почему? Я что-то не уверен, что они чистые. Леха гигиеничный. Леша. Олег не уверен. Олег проверил хэштег. Нет, просто они у тебя просто желтые. Ну посмотри, Макс, они у него желтого цвета, но как они могут быть чистые? Да, обострыш просто. Я их стирали лаской. Лаской. Я кого-то убил. Лаской и нежной любовью. Мне дали деньги. Мне дали деньги. Мне дали денег. Ну все, ребята, держитесь. Что-то мне страшно как-то. Револьвер. Кровавый. Держитесь. Я встал на другой край угла. Я призрак, летящий на крыльях. Это было жестко. Какой капец. Мне кажется, что сейчас кто-то просто возьмет и приземлится, вот, знаете, Аллах-Бабах реально сделает какой-то. Ну, кто-то царь будет сейчас просто. Шимор улетит! Прямо в него летело же. А-а-а! В кого? Вы покончили с собой, что? Я кого-нибудь убил, не? Олега! Там уже кофе просто наблюдает, типы у нас умирают. Офигеть. Вистер летит! Команду целевшую. Let's do this. Let's roll this shit. РПГ против Плейн, знаешь, это монстр с Виси Плейнс или как там игра там ВКонтакте? Тиряга? Тиряга в могиле, блядь. Ставьте лайк, если закапывали своих друзей в могиле ВКонтакте. Я хочу истребитель, пацаны, ну давайте, ну пожалуйста. Ну, Олег, они справа везде стоят. Так в смысле справа? Забирают все. Расплачивайте казенное имущество. Так. Кто? Ну дайте истребитель один. Так Олег вон стоит. А, нет, все. Это все забрали. Ну маленькие. Блин, кого-то хочется очень сильно сбить, ребята. За пределы, офигеть. Так, главное на скопление не попасть. Филиппин! Это какой? Да ладно, друг друга взорвали? Да, они просто начали взлетать друг друга, короче, зацепили и все. О, смотрите, как бы высоко взлетел. А где, парниша, я вас уже... Это сука, как пролетело-то, а? Кто это был? Я никого не взорвал! Вы никто не стоял на этом углу! Так, тихо. Чё, Лёша, помер? О! Я сейчас так близко пролетел, пацаны, ну Вестра это... Да, копия, это было, я слышал звук твоего двигателя. Давай, я хочу посмотреть, что там делает у нас... О, как раз Филиппин, давай! На!
как же красиво. Кто-то попал по тебе? Да как так? Да дайте мне хотя бы кого-то убить. Макс, я попал по тебе? А вот мне, кстати, интересно, револьверы здесь даются, ну, не просто так, наверное, возможно, как-то с ним попасть. Револьверы, скорее всего, можно пилота сбить, попробовать, если, конечно, у тебя это получится сделать. Давайте сначала с РПГ попробуем это сделать. Да-да-да. Мне кажется, нужно сделать, взять и убить всех просто. Мне кажется, это будет проще. Я думаю, что... Мне кажется, дальностью револьвера. Давайте я попробую револьвер взять так. Я вот тоже. На краешке. Потому что... револьвер взял? Да. Мальчик, спокойно. Мальчик. Да. О, музыка как будто из этого была, из Спанч Боба. Чего? Я что-то не помню, там такой. Ну там, где вначале такие эти квакают. Ну все, ребята. Чайки. О, рядом было. Вот попали там, там флешпоинт попал. А, револьвер, мне кажется, мощно вообще по самому самолету. Ну все, ребят. Ну готовьтесь, ёпта, бля. Ой-ой-ой. Летит Шимора, бляха, муха. Оу! Готовьтесь, ёпта, бля. Кого сбил? Не, никого. Сука. Вы покончите, Филиппин. Причем? Как? А, куда кто улетает? Пацаны, что происходит? Чего я сдох сам с собой? Прикол. Как это сам с собой? Тебя задело моим огнем. Огнем. Прям попал! В смысле? Видимо, в пор в меня выстрелил. Попал! Да, вы разнесли, попал. Пацаны, попал! Охренеть! Вот это я подрочитал! Вот это адреналин-то. От винта! А, не получилось! Вон болото в крыло! Смотрите, нету крыла, падает вниз! Дигл, помощь! Дигл, помощь! Дигл, сейчас такой капитан Дигл прилетает. Дик, я капитан Дигл, я из 1.6, да, мы мастера? Подожди, где последний-то? Летит! Зачем где? Вы встали? Влетает! Ой. Так ему чуть-чуть надо было пониже взять, ёптами! Так было вообще... Я всегда знаю, что они выше берут. А надо выше брать вижу. На самом деле. А надо вообще высоко взлетать над этой рампой по факту и вниз прям пикировать. Так как я понял. Ох ты, господи! А как это? Что? Что? Он у вас на рампе, ребята, крыло оставил. Лёха, ты что здесь сделал? Лёха, что это было? Срыв такой был. Я хотел ему вслед стрельнуть, чтобы его добить, фраг заработать. А что в итоге сделал? Он себя взорвал. Гениально, просто топ. Так вы прыгаете, он уже все сдох. А, в смысле? Нет, а что я буду прыгать? Он там бегает? Он прыгнул и берет новый самолет вообще-то. Ну надо завершить. Зачем я сдох? То есть ты можешь прыгать с парашютом, по идее, приземляться на нем, если ты видишь, что твой самолет... Короче, я понял, ребята, сука. Да, я сейчас что-то реализую, ребята. А давайте-ка втроем сделаем десантуру. Прибегаем к ним, и если они будут стрелять, они как бы и сами себя взорвут, да? Ну да. Давайте вот втроем чисто, пацаны, сейчас десантируемся. Вы видите это? Тут можно песню поставить такую. Дориме. Оу! Я остался один! А, и он покончил с собой! Настя, я выиграл! Прыгай, Олег! Я не успел. Ну, хотя бы я убил одного. Это норм. Так, то есть, что мы сейчас делаем, ребят? Мы сейчас делаем десантуру, мы сейчас берем самолеты и десантируемся, как ты знаешь, пацаны, раньше заезжай! Что с голосом? Почему? Вот, ребят, просто вопрос, почему все время спавлюсь в конце, и в итоге получается так, что я не успеваю взять истребитель? Вот что за фигня? Тебе не нравится то, что ты в прошлом раунде еще и выжил? Не, это, конечно, нравится, но просто истребитель... Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и убиваешь с РПГ все. Когда ты голая по квартире... Чего они в наших-то стреляют, ёпта? Меня пытаются убить, ребята. Так, я пропущу, пожалуй, всех. Меня пацан стреляет. Сейчас десантируюсь. Повыше возьму только. Там он долго десантировался. Филиппин красава. А я не убил его, то есть не засчитала, да? Давай, но десантируюсь, катапультируюсь, ребят, лечу. Так, я беру истребитель. Ах, надо. Ты, сука, сзади кто? Кто-то в воздухе летает из вашего. Я лечу в воздухе. Я на туле. Господи, меня просто... Так у меня оружие есть, ребята, я могу их отстреливать. Все, я беру истребитель и лечу к вам на подмогу, пацаны. Прям базукой, сука, по голове получил. У меня такое ощущение почему-то, что я вот сейчас только взлечу, и там все уже все сдохнут. Твистер, сейчас убью Твистера. Ребята, у меня из задницы вывалилась базука и ударила меня по голове. Что? Кто такое видел в GTA? Напишите. Нормально. Я стреляю по ним, прикиньте, тут тактика. А! Ракетой! Ракетой, блядь, человеку! Минусанул еще! Это я был! А мистер Твистер даже не подозревает, что его сзади сбрил!
Нихера себе, сука, живучая какая, а? Я летел на пружине, меня с ракетницы застрелили! Просто лох. Да сам ты лох! Ой! Это... Так я не знаю как! А он крутится еще, как знаешь, как какашка. Я, смотрите, специально шасси не убираю, чтобы можно было приземлиться там. А! Ну, давай. Я приземлился туда, взорвал все. А ты как, у тебя как, Вася, ух ты! Да! Просто, Настя, идеально! Идеально! Он уже что-то пишет, там падает. Я поймаю тебя, Твистер, я поймаю! А где он? Он в другой стороне. Все, вы расплющили игрока, и тут надо вот так вот. Изи-пизи. Шо, новый раунд? Я в трусах, я с пистолетом. Вы поняли уже, что ты в трусах, как бы, и это в воздухе, понятно. Лёша забыл. И в воздухе, да, кстати. И в воздухе, и револьвер, да, в руках, и РПГ, скажи. Я уже сказал, РПГ взял, ну, значит, не упал. Все, молодцы, теперь они летят. Лёша, что это? Иди нахрен! Идиот, просто! Да, Лёша встречался. Тихо, тихо, ну что ты мешаешь-то? Что сейчас было? Я нажал левую кнопку, потому что не заметил. Идиот! Ёптво, какой же я рокал, блядь! Как так вообще? Я каждый раз нажимаю левую кнопку, уже не первый раунд, но просто мимо улетало этой траектории. Я просто не могу. Просто раунд сорвался! Здорово! Просто Лёха, вот я не знаю, как можно... Это нельзя описать. Лёха красава, просто Лёша молодец. Хэштег... Лёша молодец! О! О! Прям над головкой пронеслось! Очень опасно, когда их вас много. Мишлен, что сказал кто? Что Мишлен? Не знаю, Мишлен. Мишлен. А Максим Мишлен показалось нормально. Я не слышал. О, идет, прям на нас. Попали! Я попал по нему, Макс! Идеально было. Что ж такое-то, чуть-чуть не хватает. Ребят, просто лайкусик. Да, это видели, бесподобно. Ой! Вот так вот! Ой, тюрьма! Это да! Скинул меня, гаденыш, скинул. Так, ладно. Еще кого-то скинул, да? Не, я не видел. Ну, походу, именно меня, да? Избранный я, однако. Ну, я отомстил тебе, ты же меня тоже скинул. Ну, да, все теперь честно, мы с тобой квиты. Теперь честно, да. Блин. Так, и что там происходит? Ну, я тут еще в живых, как бы, пацаны, вот, я борюсь. Молодец! Борюсь за победу. Только... У нас ребята некоторые играют в самолетики, насколько я вижу. Ну, 4-4 пока идет счет, господа, поэтому... Подожди, а почему один самолетик синий? Равноценный! А, слышь, а в натуре, а как так? Один самолет синий? Другой белый. Вот тебе и два веселых самолета. А чё один пацан, за которым я наблюдаю, он просто летает вокруг, он даже на вас не наводится. О, не, наводится. Он траекторию подбирал, правильно. А, траекторию. Да с парашюта здесь надо траекторию подбирать. Так он все время так пролетает мимо, и в итоге не получается по нему попасть. Не, подожди. Чувак не снайпер. Если рассудить, они практически играют. Один отвлекает, как бы, внимание, второй работает. Ой! В смысле, я покончил с собой? Подождите, я, по идее, тогда должен был попасть в самолет. Потому что попал в него и сдох от него же. А он не сдох. Он сдох. Пачка, просто пачка. Жертвой пожертвовал с собой. Геогорическая смерть. Гигиеническая смерть, блядь. Русы надо получить. Ребята, пока всем, с вами был Такс, Фильпин, Коми Вайт и Шиморо, пока! Шиморо! Кажется, это новая фишка, что Лёха всегда не будет неправильно называть. Да, друзья, всем спасибо. Я знаю, как правильно, но я говорю, что неправильно. Все, да, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Всем адьос, амигос. Приятного аппетита. Всем пока. На следующий ролик перебегайте, ссылки там. Всем пока. Справа. Как на наш перед. Кап-к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 ап-